На 5 миллионов тенге обманула безработная 8 жителей Туркестанской области. В Сарыагашский район отдел полиции поступило заявление от двух женщин. По словам заявительниц, некая знакомая заверила, что поможет получить бесплатное жилье от государства и выманила у них 400 тысяч тенге. Однако спустя некоторое время она не выполнила своего обещанного обещания. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Получив сообщение, стражи порядка приняли необходимые меры, направленные на установление подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местную жительницу, причастную к мошенничеству. Ее оказалась безработная женщина, ранее судимая за мошенничество. Как выяснилось, подозреваемая выманила деньги под предлогом помощи получения жилья и потратила их на собственные нужды. Сарыагашские полицейские установили, что женщина обманула 8 жителей района. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 5 миллионов тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Жанна Рапова, Асылбек Мансурхан, новости.